Мамочка наша. Мамочку красивая. Поросятам. Поросятам 8-й день сегодня. Красавчики наши маленькие. Жопку чешем. Жопка чешется, да. Яблочком играем. Бегаем. Пытаемся уже яблочко кушать зеленое. А мы спим. Всех разные интересы. А мамочка сидит в корыте. Жарковато, да? Жарковато, мамочки наши. Отвалите от меня, да? Что ты злишься? О, какая мамочка меня будет кусать. Будешь кусать? Не будешь? Не будешь? Скажи, не буду я тебя кусать уже, да? Красавица, красавица наша. Красотулечка, первый раз рожала, родила 11 поросяток, да? Молодец, вторая свинка тоже первый раз рожала, родила 11 поросяток. Все потому, что у нас есть вот такой вот шикарный мужик, который делает по 11 поросяток прям с первого раза. Хотя первый раз свинки рожают 6-10. Да? Хрячила? Хрячила. Нам 9 месяцев, может, 9,5 где-то. Да, вот, мы столько вот лежим тут в теньке, да. Хрятила. Это наши будущие жены подрастают 4 месяца. Давай посмотрим, какой у нас мужчина красивый. Ну, чего ты лежишь трупом? Уже жалко, жарко тебя. Это свинка 4 месяца. Это кабанчик кастрированный. Это свинка 4 месяца. И это свинка 4 месяца. Помельче только что-то. Что, животик тебе погладить маленько? Скажи, легла, да, уже никто не гладит. Ой, ты маленько. Ну, куда ты уже морду всунул? Вот и пузико тебя погладим. Пузико маленькое. И мордашечку такую ряху погладим, погладим. Красавчики, красавчики. Что-то хочет от него, не знаю, прям даже и что. А ты что трупом лежишь? Давай тебе пузико погладим. Морда, морда. Что тебе погладить, всем погладить. Ой, всем погладить пузико, скажи. О, ты хрячила, давай тебе уже пузико погладим. Ой. Всем погладим пузика. Да? Ух ты, хрячила наш здоровый, со здоровенным пузом. Красавчик, красавец мужчина. Вот такие тут клыки, наверное, скоро будут, да? Будут у тебя клыки? Да? Страшный будешь кабаночку, злой. Да? Ну, вообще он не злой у нас на самом-то деле. Кабаняка у нас не злая, он у нас хороший. И умеет делать детей. Умеешь делать детей? Да, я умею. Кабаняка наша толстая. Что, тебя обидели? Скажи, легла тут. Не погладили почти, да? Ой, ты сразу тебе пузо гладит, да? Вот так они, кстати, часто и выкладываются штабелями. Ну, вот сейчас еще и кабан ляжет, чтобы им гладили пузо. Вот так вот. Обычно они ложатся в зоне досягаемости, что один человек всех может погладить. Ну, правда, я их и сейчас могла бы тоже погладить всех. Если бы двумя руками. Что, ты не можешь встать? Ой, ты маленькая. Ой, ты.
Не могла встать, так легла, да? Ай, красавцы наши, красавцы. Ух ты, красавец, красивый кабаняка. Во, скажи, я очень красивый. Я очень красивый и очень хороший. Я здоровый. Здоровый, я классный производитель, да? О, ты производитель наш. Ух ты, красавчик. Что ты? Что ты? Вот такая фигня. А вон там вот еще у нас порося там 2 недельки. Зевает поросеночек. 2 недельки. Красавчики. Тоже 11 штук. Первый раз свинка ржала. Она, правда, бедняга уже такая худенькая вся, пока их кормила. Но они уже сами кушают. Так что, может быть, скоро ей будет полегче. А, кто мне на ногу наступил? Лошадь. Кушают яблочки, комбикорм, муку, капусту, траву. Все на свете, в общем, можно кушать. Сиськи мамины кушают. Грузы грызут. Вот такая у нас, вот такое хозяйство.